Это чьи, оренбургские? Оренбургские. Здесь все оренбургские. Да. Потому что мы находимся в Оренбурге. Собачьи на колени подлоган. Пополняйте. Лоток только нужен. Весло хорошее. Шоковый лоток. Мягкий, шоковистый. Вот это куша, этот не такой хороший. Стряхни его. Из черной. Мягкий его. Нет, он не ходит. Вон, какая красавица. О, да, да, это очень. Купите, пожалуйста. Сделайте подарок, да? Очень красивый. Фотографируй. Очень красивый резный. Замечательный рисуночек. Ну вы что, фотографируете? Или мы так, дурака валяем? По-русски мы разговариваем. Это оренбургский. Это оренбургский. Сколько стоит? Это 1500. А из чего он сделан? Из козьего пуха, из оренбургского. Работа ручная. Тоже оренбургская. А белый есть? Вот белый. Белый, вот паутин. Вот белый косынки мужчины. Самый красивый, покажите. А он из чего сделан? Из местного пуха, из оренбургского тоже, ручная работа. А местный это кто пух? Это оренбургский пух. Вы пощупайте просто на ощупь своей рукой. Видите, какой он мягкий наш оренбургский пух. Самый. На выставку. Не, а животное какое было? Коза. Все козье, у нас больше ничего нет, все козье. А черный платок из черной козы? Да. Или красят? Из черной козы, да. Из черной, а это из белой? Это из белой. Вот черная коза. А из козлов делают? Из козлов тоже делают. Но козлы вонючие обычно бывают. Да? Нет, стираешь. Очень плохо. Запах. Поэтому все из козочек? Все из козочек, да. Понятно. Нет, есть из козла тоже. У них вообще пух бывает очень высокий, очень длинный, очень это. Но очень сложно вытравить запах у козла. Ну, надо много усилий приложить, чтобы запах не остался. С козами легче. Спасибо. Да, ну там. А это из чего шапки? Да, из чего шапки? Да, то есть на 1.5 литра. Лиса? Три бутылки где-то. Здесь, которая водится? Много, вот, чтобы вот этот пакет, его вот такой. Не знаю, где она водится. Ну, сухой местный. Ну, да. А вы охотник? Ну, поэтому... Он. Лишь приехали вот все. Он охотник. Вы это поймали лису? Да, привези. Давайте мы шапку взяли. Шапку надо. И я шапку одену. Давай. О! Так, давай я тоже одену. Давай. А это что за тип шапки? Монгольский какой-то? Да, монголка. Это вот монголка, да? Это вот. А хвостик покажи, хвостик сзади покажи. Потом в ютубе, если там выложишь. Классно. Да. О, красота. Давай, пальцы показали. Здорово. Класс. Это наливай. Спасибо, классно. Боевая стойка у него главная, ага, такая там вся. Красота какая. Я его в чулке нашла. Нет, это лучше, синий лучший. Что тут у тебя? Это коробка. Внизу, смотри. Синий лучший. А ты какой синий? А, ну все, там, бери, пошли. Колокольчик, ну домик, а улиточка вообще здоровская. Давай улитку нам и вот это нам посчитайте, пожалуйста. 260. Квадратный метр.
We'll be right back.
лучший город на земле!